А для начала подпишись на канал и поставь лайк. Народная артистка РСФСР Тамила Агамирова умерла на 94-м году жизни. Тамила Агамирова скончалась на 94-м году жизни, рассказали в театре. Артистка ненадолго пережила своего супруга, народного артиста СССР, худрука театра Ромен Николая Сличенко, который ушел из жизни 2 июля 2021 года. Агамирова в 1951 году окончила Бакинский театральный институт, после чего в 1952 году пришла в Театр Роман, где вскоре стала исполнять главные роли. Она известна зрителям по ролям в таких фильмах, как «Дон Кихот», «Ее большое сердце», «Настоящий друг», «Матео Фальконе», «Кубинская новелла», «Сталинград» и другим, по десяткам ролей в спектаклях Театра Роман. Большое спасибо за просмотр. Ставь лайк и подписывайся на канал.